Внимание, внимание! Граждане пассажиры! Хрустальный поезд «Светлое будущее» отправляется со сцены Новосибирского театра «Глобус». Наши бабы страсти, не боимся власти, мы нефтя Россия, вся литва. Красные попасти, душу рвет на части, только я сиротская. Здесь судьбы разных героев-беспризорников перемешаны и расставлены в произвольном порядке. Ловко вписана история любовного треугольника между юными колонистами. Для остроты сюжета добавлен налет на колонию отряда махновцев. И мюзикл – зрелище по своей природе яркое и насыщенное. Позволить себе исполнять Мурку, не попадая ни в одну ноту. А в мюзикл... Выпускники и студенты консерватории, театрального института, музыкального колледжа, а также студенты других учебных заведений. Для молодых актеров это огромный опыт. Ой, да, это страшная вещь. И просто большая сцена, она требует к себе как бы таких вот больших жестов, больших наигрышей, ну, как бы, чтобы было видно зрителю. И как бы пытаешься, я пока еще не суперский такой прям профессионал, вот, и что-то пытаешься там, раз там, из себя все выжимаешь, все, что можно там. Очень трудно. Я вводился за месяц в эту роль. Бывают, конечно, вещи, когда там дерешься за плишкой, входишь полностью в это, что ты сейчас его убил, и понимаешь, и вот это что-нибудь там ломается, что-нибудь там ты, все коленки изодраны абсолютно, все изодрано, все, пот уже течет, понимаешь, уже никакущий, но это классное ощущение, на самом деле, кровь на сцене, это классно.